Юные спортсмены Карачаева-Черкесии стали победителями и призерами чемпионата России по тхэквондо, который проходил в Самаре. Ребята тренируются в спортивном клубе «Дикая дивизия» под руководством чемпиона мира Руслана Хутова. С чемпионами и их тренером встретился наш корреспондент Алихан Лепшоков. Мастерски выверенные удары, гибкость и выносливость демонстрируют юные воспитанники клуба «Дикая дивизия». Тренер юных тхэквондистов, чемпион мира Руслан Хутов обращает особое внимание не только физической подготовке спортсменов, но и духовному состоянию. Совсем недавно 6 ребят стали чемпионами и призерами чемпионата России. Показав стойкость и мастерство, благодаря хорошей подготовке нам удалось завоевать призовые места, отмечает тренер Руслан Хутов. Воспитанники клуба «Дикая дивизия». В составе 6 человек мы поехали в город Самару, выступили очень достойно. И чемпионы России, и призеры есть. Но шикарный результат, я доволен вполне. Ну, бои все красочные были, по крайней мере, наши дети хорошо выступили, на уровне, так скажем, задали хороший темп соперникам своим. Переживания были только за проходной бой, чтобы не слететь, но все хорошо. В каждый удар нужно вкладываться, и что важно, выполнять наставления тренера. Воспитанники клуба «Дикая дивизия» упорно тренируются, обращая особое внимание на кондицию, оттачивая приемы. Одержать победу в чемпионате нам удалось благодаря серьезным тренировкам и, конечно же, победному настрою. Чуть был мандраж, ну, сразу это всегда у всех есть. Я старался выиграть, ну, уже как получилось второе. Вот когда готовил тренер, на что внимание обращал, на какие техники и так далее? Ну, больше в связках работать, там нога, рука. Ну, и так повторяйте больше. Данил Синьков достойно вышел в финал и в жесткой схватке одержал победу и стал чемпионом России. Юный боец отмечает, чтобы одержать победу, необходимо прислушаться к советам тренера. И главное, не сдаваться. Было нормально, немного сложно. Подготовка тренера была очень усердной и сильной, и взволнованный. Я хочу поблагодарить своего тренера за усердные тренировки, за хорошее отношение и, в частности, за уважение. Ребята продолжают усердно тренироваться и готовятся уже к следующим соревнованиям. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.